Прямая трансляция из Хабаровска. И здесь все готово к матчу 32-го тура. Сегодня СКА Хабаровск принимает Волгарь из Астрахани. И в теории обе эти команды могут еще попасть в стыковые матчи. Ну, некоторые болельщики усмехнутся, увидев СКА Хабаровск на 13-м месте, и скажут: «Но какие стыки, о чем ты говоришь?» Но уже контратака на ворота Волгаря. Стоит Алиев, Ишхан Гилаян. Гилаян штрафной, бьет по воротам и рядом со штангой. Вот первый настоящий момент. На 10-й минуте придумали Саид Алиев и Ишхан Гилаян. Чуть-чуть точности не хватило. Передача налево. Рустам Сосранов. Штрафную, и шар там вылетал. Мячу не успел, но нужно быть внимательными астраханским защитникам. Шарль бьет по воротам. Ух, вот это Шарль! Взорвался, протащил и ударил. Сам создал этот момент. Вот такой игры и ждут от Жана Шарля. За это его любят болельщики. Удар по воротам с близкого расстояния. Едва не замкнул Иван Хамуха. Ох, Шар, что творит? Передача! И кто же там должен быть? Ну что Шар сделал? Какой-то Джога Бонита. Усалов. Здорово, Жамалетдинов. Шар! Удар! Дмитрий Саганович, а мог ли Шарль выполнить передачу? Вот сейчас, наверное, об этом и размышляет у рекламного щита. Мяч бы и не прошел в направлении 77-го номера. Мусалов, подача, удар и гол! Жан Шарль все-таки забивает. Ну, это справедливо. Пятый гол в сезоне. И какой тайм от ивуарийца! Было у него два момента до этого. И вот, наконец-то, он реализовал. Вот снова Шарль покидает поле. Не так долго побыв на нем после забитого мяча. Но здесь не в этом дело, потому что счет становится 2-0. Артем Симонян открывает свой голевой баланс за СКА Хабаровск. Как-то буднично забили армейцы. Казалось, уже очень многое понятно. Классная передача. Тимур Жамалетдинов, нужно решать. Не решил. Ничего не решил Тимур Жамалетдинов. А может быть, Саганович сыграл безупречно. Классная передача. Все. 2-0. Победа СКА Хабаровск. Такая долгожданная первая в весенней части.